У нас уже утро. Это то, что у нас осталось после вчерашнего пира. Тут это нормально. Если не хочешь, чтобы в номере убирались, а мы не хотим, мы хотели повесить эту штучку, ты можешь вынести это все и в коридоре оставить. Выглядит это, конечно же, страшно, но так делают. В большом отеле, который, в принципе, как город, разобраться, куда ехать, где джим, тот же самый спортзал или спа, это целое дело. Переводчик говорит при условии, что это второй раз. Я понимаю, спортзальчик. Вы мне спросите, почему я в одних и тех же кроссовках? Потому что я думал, что по прилету в Лос-Анджелесе куплю хорошие Nike. Но времени не было, потому что все снимал и ходил по бизнес-компаниям. Поэтому я в тех же кроссовках, в которых я прилетел. Переводчик, возможно, мне сейчас понадобится I need help. Какой отель, такой спортзал огромный. Вчера себе поставил цель, когда гулял возле океана. Я понял, что каждый свой день я буду начинать только с благодарности, только с хорошего настроя на день, с тишины, с каких-то умных, хороших мыслей, то есть с хорошего, плавного запуска дня, а не так, как я раньше. С Инстаграма, с огромных чатов, с переписок и уже, то есть просыпаясь в 8 часов, а я иногда вставал в кровати в 11, потому что все это время я занимался размещением постов, общением, разбором дел по проектам и так дальше. Вот сегодняшний день начался по-другому. Я даже очень-очень рад этому. Тоже вам рекомендую, берите на заметку, потому что как день запускается, так он в основном и проходит. Ставьте плюс сейчас в комментариях, кто занимается спортом. Только по-честному. Просто плюсик в комментариях, кто занимается спортом. А тут денежки люди получают и фишечки сдают. А вот так качает бренд Starbucks. Смотрите, какая очередь. По сравнению со всеми остальными кафе, такой очереди нет. Это насколько важно, чтобы бренд просто сам по себе качал. Итак, наш чек еще увеличивается на $30. Это такой небольшой завтрак. Кофе, йогурт и вот такой вот турецкий круассанчик с сыром. И с яйцом. Вот тут горят настоящие огни. Не подделка, не какая-то там лампочка. Настоящий огонь. Информация не точная, но имеет место быть. Была когда-то пустыня, просто обычная пустыня. Дальше эту пустыню начали развивать. Придумали там казино, отели и разного рода развлечения. Опять-таки, не совсем проверенная информация. Ей бытует мнение то, что это определенная группа людей, которая сделала монополию. То есть им принадлежат отели, аэропорт и многие разные вещи. Как можно было развивать такой бизнес? Обычными человеческими факторами. Что людям надо? Побухать, побредовать, поиграть и как следует развлечься. Чтобы заманить людей сюда, в эту пустыню, сделали отели, сделали казино, сделали очень много публичных домов и очень много мест, где можно купить наркотики. Соответственно, чтобы пришли деньги, а не просто, чтобы они просто приезжали сюда проигрывать, а был еще доход. Сделали следующие вещи. Начали проводить конференции, выставки, бои, лучшие в мире шоу. Поехали люди, чтобы люди поехали. То есть им надо было получать какое-то дополнительное удовольствие. А тут пригодились казино и, соответственно, все то, что я рассказал. Таким способом этот город, этот Лас-Вегас развивается и, соответственно, получает доход, на который он, соответственно, и развивается. Дальше, что такое Сема-шоу? Сема-шоу это, опять-таки скажу, что я сюда уже не первый раз еду, а третий. Сема-шоу из себя представляет огромную площадку, где соединяется потребитель с продавцом. Продавцы показывают свои услуги, продукцию. Потребитель смотрит на продукцию, смотрит на услуги, покупает. Соответственно, площадку сделали достаточно грамотную. И, во-первых, сделали входной билет достаточно высокий и сделали отсев, чтобы не было тех самых зевак, которые неплатежеспособные. Они их изначально туда не пускают. То есть туда можно попасть компаниям и уже людям, у которых есть бизнес, то есть платежеспособных людей. Что-то покупать, привозить, тестировать нет смысла. Я в прошлый раз, да, я нашел очень хорошие материалы.
Я их купил, я их привез. Но я столкнулся с большой проблемой, что эти материалы не поставляются в Россию. Заказывать их как-то стоит очень больших денег, невыгодно. Невыгодно использовать. Становиться дистрибьютором нужны очень большие мощности для того, чтобы сбывать эту продукцию, чтобы получить этого дистрибьюторства. Что я могу получить от выставки? Первое – вдохновение. Второе – понять, куда пойдет рынок дальше. Потому что здесь он отслеживается гораздо в раннем этапе зарождения. Второй момент – посмотреть, какие новые технологии, куда двигаются технологии. Третий, четвертый, пятый момент – познакомиться с людьми, взять контакты. Взять контакты для развития, для поддержки, для дружбы, для своей платформы, для своего бизнеса. Именно за этим я сюда и еду. Что мне еще интересно в этом плане? Посмотреть на уровень рекламы, который создают на этой выставке. Посмотреть на уровень тех компаний, которые выставляются. Взять у них самое лучшее и внедрить в свой бизнес. Все. И, конечно же, всю ту информацию, которую я получу, распространить в России, какую-то за деньги, какую-то бесплатно, для того, чтобы посильнее раскачать рынок детейлинга у нас в стране, для того, чтобы всем было от этого лучше. Я себя считаю предпринимателем уже нового времени. Как вы заметили, я нигде не выставляюсь ни на каких выставках. И я уже не сторонник вот такой рекламы. Там, ставить стенды, делать какие-то особые презентации. Я сторонник сейчас интернета, потому что по моему наблюдению и моей практике, и моему опыту, интернет гораздо больше охватывает людей, гораздо быстрее и гораздо масштабнее выставки. Я думаю, что когда-нибудь я и мой бизнес дорастет до того уровня, что мы поставим свой стенд на SEMA-шоу. Но тут надо честно задать себе вопрос. Зачем? Попонтоваться? Этот уровень развития я уже прошел. Мне уже понты не нужны, мне нужна практика. И реальная польза от того, что я делаю. Понты уже не канают. Понты уже не канают, они никому не нужны. Это пустота. Здесь важна информация, монетизация и польза, которую ты несешь, если ты выставишься на этой выставке. Сейчас нам надо сходить на регистрацию, получить билетики, и дальше пойдем смотреть. Кто поедет первый раз, знаете, в первый день открытия огромная очередь на регистрацию. Потратите столько времени, а сейчас мы, я думаю, пройдем очень быстро. Опять же, такая информация приходит, когда ты уже не первый год ездишь. Далее, по поводу самой выставки, то, что я говорил. То есть моя политика следующая. Если будет выбор, куда тратить деньги большие в рекламу, там, в стенды, на выставки, либо в создание и укрепление собственного продукта, в улучшение, в сервис, в качество, я выберу второй вариант. Вот у нас проходили выставки в России, Detailing Expo, Detailing день назывался. Многие компании с абсолютно сырым и недоработанным продуктом, недоработанным сервисом, недоработанными информационными площадками вкладывали последние деньги в выставку. На мой взгляд, это полнейший бред. Полнейший бред и путь в никуда. Приоткрою вам немного информации. Все они говорят, будь честным с клиентом. Первый момент. Все мне говорят, признавай свои ошибки и улучшай все время сервис. Это база. Вы зададите вопрос, честен ли я с клиентом? 100%. Признаю ли я свои ошибки? 100%. Недавно мы пытались сделать клуб. Мы его завалили. Завалили, потому что неправильно сделали. Но мы же не стали расстраиваться. Мы сделали платформу. Мы продиагностировали все свои ошибки. Доработали сервис. Доулучшили. И не потратили ни одного рубля в рекламу, потому что все тратим сейчас на улучшение продукта. На то, чтобы человек, тот самый подписчик, который подписался за деньги, чтобы он сам был рекламой и чтобы он сам рассказывал, что есть такая платформа, куда надо подписаться, а не чтобы я среди блогеров везде кричал, что есть такая вот платформа, на которую вам следует подписаться. Реклама сама должна работать. Ссылочка внизу, кстати, на эту платформу. Все, ребята, идем туда, регистрируемся. Сейчас вы это все увидите. Дождитесь, не переключайтесь. Уверен, что пока мое время выставляться на выставках еще не пришло. И придет ли оно, уйду ли я полностью в интернет, или все-таки буду хотя бы в каком-то
смысле выставляться где-то в какой-то форме, я пока еще не знаю. Пока я только смотрю. И многие вещи вам передаю, чтобы мы развивались вместе. То, что я вам говорил, вы приходите на второй день, смотрите, на регистрации никого нет. Если бы вы пришли в первый день, вы бы здесь стояли полдня. Все бы стояло, вот очередь оттуда продолжалась. Registration for two people. You need this? Соответственно, сразу можете взять себе сумочку, если вам она понадобится. Мы уже взяли. Ну и, соответственно, взять карту. Карта также вам понадобится для ориентира. Вот карта. Многие вещи похожи с прошлым годом. Но карту я все равно возьму, привезу. Имейте в виду, что карта вам нужна. Выставка себе представляет огромное количество компаний, производителей, химия, инструмент, материалы, услуги и так дальше. Все самое лучшее, что есть на рынке, представлено здесь. Времени надо потратить достаточно много, чтобы все это обойти и еще понять, что здесь есть, чем мы, собственно говоря, и займемся. Много участников рынка, которые пытаются его завоевать, переделать под рупис, переделать машинки. Просто так не получится понять, хорошая она или нет, даже если я ее тут попробую, даже если я ее куплю и привезу. На все надо время. Китай хочет завоевать рынок. Китай хочет, и такими темпами он и это сделает. А если прям совсем к уму подходить, от компании должно ехать два человека. Первый человек, вот если говорить сейчас про меня, должен ехать я. Это реклама, инновации, идеи, чувства рынка. Ну и дальше. А второй человек обязательно должен ехать технический специалист. Это кружки, полироли. Это составы, это употребление, нанесение, технологии, развитие, некие технические процессы, некие знания именно технологические. То есть это должно разбиваться. Ну а сейчас, на данный момент, мне приходится все в одном лице делать. И уже хорошо, что хоть есть такая возможность. Да, еще полличка. Этот состав почему-то в России не сильно пошел. Я его даже в одно время покупал, тестировал. Почему-то не очень. Он мне понравился. А тут в Америке, видите, раз им очень пользуются. А этот состав любит наш Сергей в школе. Говорит, что составы хорошие и пользуются спросом. Еда на выставке. Еще счет увеличивается на $16 вот за это. Very heavy microfiber. You might be able to find it in another supplier. This is ours. Thank you so much. Thank you. Thank you. Очень классные фонари. Тут это все стоит других денег со скидками. А у нас это стоит очень много денег. Но классная продукция. Популяризируйте свой бренд и хорошо им занимайтесь. На выставке узнают компанию Detailing Alarm каждый второй. Кому мы подходим, говорит, мы знали, мы слышали, мы видели. То есть я попадаю в поле внимания. Да, подходят, даже фотографируются, что было очень-очень интересно. Поэтому берите на заметку, это важно. Что вы вкладываете в свою рекламу, как вы ее делаете, как построена ваша рекламная кампания, вас знают или нет. В прошлом году нам дали образцы вашей продукции, и она нам очень понравилась. Здорово. Жалко, что ее нет в России. Мы бы хотели, чтобы ваша продукция была на нашем рынке. Окей, у вас есть карточка? Да, у нас есть менеджер по международным отношениям, Луи, который говорит на нескольких языках. Он сейчас немного занят, но потом может к вам подойти. Вот его карточка. Окей, это президент компании. Давайте я вас тоже просканирую. Окей, давайте будем с вами на связи. Да, я сделаю у себя пометку, чтобы Луи с вами связался. Он наш менеджер по международным отношениям. Да, хорошо, спасибо. До свидания. Топовый состав, значит, вот у нас это Cold Ultima. Значит, 3 года, 1 слой. Преимущество вот этого состава над конкурентами. Он очень легок в нанесении, не надо наносить 2-й слой в плане как экстра топ-коут. Не надо наносить, чтобы сделать его гидрофобным. Это полный ассортимент продукции. Это и есть то, что отличает нас от других брендов. Некоторые работают только с продукцией для автомобилей. Может быть, немного для суден, кораблей, но они не занимаются продукцией для зданий и различных индустрий.
Таким образом, в отличие от компаний, которые занимаются машинами, лодками, мы затрагиваем большее количество разных бизнесов. А тут стенд Rubies. Что касается новинок, Rubies Random Orbitals. У нас теперь есть третья модель. Что стало лучше по сравнению с предыдущими моделями, это Bigfoot. 15 мм — это улучшение с внешней стороны. Теперь они выглядят как другие наши машинки, роторные и так далее. Самое важное улучшение — это пусковой рычажок снизу. В связи с этим мы также улучшили шкалу и электрическую панель. Это все улучшения. Полировальные диски и смеси используются те же. Наша продукция получила гораздо высокие показатели, чем она была раньше. То есть мы усиливаем формулу с каждым годом. Наша 9H – это топ-сейла во всем мире. То есть наша девяточка, она работает прекрасно на поверхностях не только снаружи машины, так и внутри. Для детейлинга вот наша новинка. В ней сразу и смесь, и полировка. Вы наносите смесь жесткой подушечкой, а вторым шагом, этим же веществом, вы полируете мягкой подушечкой. Скажите, если вас позовут работать в другое место, вы пойдете? Нет, я останусь здесь, я никуда не пойду. Почему? Потому что я верю в этот бренд, и я люблю его. Как говорят, можно просто ходить на работу, а можно получать от этого удовольствие. Мне здесь здорово. Мы как семья. Например, когда мы встречаемся с людьми из других стран, всем весело, потому что мы как семья. Хороший вопрос. Меня спросили, какой воск я рекомендую. Я рекомендую тот воск, которым вам нравится пользоваться. Возможно, у вас в гараже стоит банка с воском, и никто им не пользуется. Но если вам нравится пользоваться воском, то есть карнаубский воск, мантен, а также парафин и синтетический воск. Обычно я говорю людям, берите воск того бренда, которому вы доверяете. Я работаю на Maguire, они делают хороший воск. У Sonus есть хороший карнаубский воск, как и у других фирм-производителей. Сегодня я отстрелял более 10 интервью с лучшими детейлерами, компаниями и всеми людьми, которые максимально к этому делу приближены и которые имеют максимально большой вес в мире детейлинга. Поэтому лайки ставьте обязательно. Завтра у меня еще один ударный день. Я думаю, что я еще себя круче покажу и еще для вас больше всего достану. Ну и, конечно же, часть информации остается за кадром. Она уходит в приват. Ссылочка внизу. Это платформа Da Technology. Thank you.
всегда, когда они стоят, у них машина работает и включены сигналы. Исходит энергия от тех, кто презентует свои товары. Исходит любовь, уважение к своему бренду, к своему делу, к людям. Очень мне понравилось высказывание Торнадора. Это мы брали интервью у жены учредителя. Она сказала, мы ничего такого не сделали. Мы просто помогли людям. Мы сделали для людей. Все. Понимаете? Настолько бывает в простых вещах заложена истина. Жаль, что только вот это простое очень тяжело продвигается, тяжело понимает. Всем надо что-то усложнять. Всем нужны какие-то супертехнологии, суперзнания. Всем надо супер что-то суперсложное. А успех и великие дела, великие компании, все делались просто, все делали легко и очень-очень хорошо. Зашел на заправку, куплю еду домой. Мне еще надо быстренько видео разгребать. Не до заказов и ресторанов будет пока. Тем более там вино недопитое еще осталось. Не пропадать же ему. Если у тебя ручки свободные, мой дорогой любимый переводчик. А на самом деле люблю я этого переводчика. Просто я так подшучиваю. Вот. А так для меня этот переводчик, это значит очень много. И очень важно. Легкий перекус. И наш и так немаленький ценник пополняется еще на $23. Вы, наверное, спросите, почему я в дорогом отеле Венеция. Очень. Это дорогой отель, это не дешевый. И зашел на заправку, купил каких-то себе перекусов. Знаете, есть два варианта. Вы можете заморачиваться по поводу этого, а можете нет. Я не заморачиваюсь. Мне сейчас надо быстро разбирать видео, быстро все делать. Я сейчас съем то, что я хочу. И все. А потом захочется, еще пойду в ресторан. Не захочется, не пойду в ресторан. Я не привязан к каким-то стереотипам и шаблонным мышлением, что если ты в дорогом ресторане, значит, ты должен заказывать все в номер. Все у тебя должно быть супер. У тебя должны быть супер одежда, если ты много зарабатываешь, иначе тебе люди не поймут. У меня простая футболка. Фирменная, но простая, хорошего качества. С принтом, который я делал сам. Который я придумал, а дизайнер воплотил. И это говорит о некой еще и свободе. Потому что ты можешь делать то, что тебе хочется. И ты не привязан к шаблонному мышлению. Это самое важное. А две выставки проходят одновременно. Еще есть вот такая Apex. Вот этажом выше, тоже огромная выставка. Я ходил туда, интересного там ничего нет, но просто забегу вам тогда в следующих сериях, просто покажу для ознакомления. Там больше представлены компании, производители, свет какой-то, станки. Не особо было интересно, но постараюсь для общего развития вам зайти показать. Я еще вам чуть-чуть казино покажу, как я $100 буду запихивать. И, соответственно, покажу еще главную, основную улицу Лас-Вегаса, где все отели, где много всякого разного разврата и всего остального. Не переключайтесь, будет интересно. А чтобы вы дольше не ждали, я вам сейчас одним глазочком покажу. Это вечер в казино. Тут уже начинается тусовка. Курят, играют, пьют, проигрывая деньги. Казино, то, о чем я вам говорил в прошлых сериях. Если у меня получится, я вам покажу это кафе. Grand Lux кафе. Оно огромное. Оно настолько огромное, что вы даже себе не представляете, сколько оно обслуживает людей. Я в нем был в прошлый раз. Там очередь человек 100 на входе стоит. Трафик просто космический. Два капучино, два круассана. $17. Хочу посмотреть, как туфли чистят.